И что может быть лучше сидения на солнышке с чаем на горе? А! Сидишь, кайфуешь наверху. А вниз так неохота. Ей-богу. И не холодно. Каких-то, может, 8 градусов. Обозреваешь это вот великолепие сказочное, поэтическое. Но стихов нет, потому что музы продали за дешман. И бегают где-то, торгуют с собой там. Да, грустно, ребята, мои зрители, зрительницы, что не могу я прямой эфир сделать. Я думал, получше будет ситуация со связью. Ну, как бы, увы. Предполагаешь одно, а выходит другое. Наслаждайтесь хотя бы тем, что удалось отснять полетом души. Юрий для вас постарался выразить, поймать момент. Вот там вот озеро видно. Ну, вообще, видимость сумасшедшая какая-то. То есть, видно озеро Хумми, которое так по трассе в 50-44 километрах. Ну, далеко от города. А тут оно как на ладони. Ну, во всяком случае, визуально вполне его видно. Видно спутник города Комсомольска, город Амурск. Сказка, короче. И вот эти горы, огромные сопки, которые над городом нависают, кажутся крохотными, маленькими, как вообще. Вон еще идут ребята. Но я тут не первый. Уже до меня пара человек было, как сказали узбеки. Да, лес весь вырублен, выгорен, остались... Уже леса, хер знает какой, вот нормальный лес, черный это, елово-кедровый, а все остальное третьей категории, вот он, как нормальный рост вдоль реки. А это уже, ну то есть лиственничный, еловый, кедровый. Ляпота. Но тут торчат уже камушки, поэтому я выше доску даже тащить не стал. Оттуда уже царапать только. Вон, булыжники. А там уже смысла нет доски тащить. Уже он камушки торчат. А в эту не пройдешь. Там что-то снегоход набил. Но тропы нет. На геона, на тригопункт.